хочешь, расскажу, как мы ездили финнами в Юрмалу, когда не было денег. У меня с собой было 250 рублей. А я еду, и мне говорят, не будет, короче, суточных. И у меня с собой еще отец мне подарил 3 доллара. Я меня 1 доллар, и мне хватило на салат в первый день. И потом мы начинаем голодать. И мы в какой-то момент нашли чуть-чуть денег, купили кефир и булку. И мы стоим в Юрмале, вот так вот пьем кефир, мы там, кто-то нам дал в долг, мы пьем кефир, едим булку, и вдруг видим, напротив нас на Йомасе сидит бомж точно с таким же кефиром и точно с такой же булкой.